YouTube-каналу «Бюро» исполнился один год. Я, Денис Чередов, и наша небольшая команда каждый день рассказываем вам о том, что на самом деле происходит в Америке. Мы говорим о том, что действительно волнует каждого русскоязычного жителя США. Последние новости, немного политики, полезные советы о жизни в Америке, важная информация для новых иммигрантов. За этот год мы сделали очень много. Вы могли посмотреть репортажи о том, как живут простые американцы в Пенсильвании, и о том, что делает президент США в Белом доме, чем живут жители Брайтон-Бич и о чем думают иммигранты, которые только-только приехали в Америку. Как Флорида переживает страшный ураган, как в Вашингтоне расследуют загадочную смерть российского оппозиционера и как кремлевские звезды избавляются от американских домов и замков. И вместе с вами мы стали свидетелями самых разных и самых интересных событий. Выборы в Конгресс, похороны Елизаветы II, снежный шторм в Нью-Йорке, речь Байдена в Конгрессе, Новый год на Таймс-сквер. За этот год гостями бюро стали советник госсекретаря США Дерек Шоули, представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, президент Бруклина Антонио Рейносо, конгрессвумен Каролин Милуни, а еще вы смогли посмотреть интервью с народной артисткой России Лией Ахиджаковой и украинской певицей Олей Поляковой. И что самое главное, в нашем эфире мы помогаем обычным жителям США решать проблемы. Мы приглашаем экспертов и разбираемся в деталях, чтобы реально оказать помощь человеку. И вы всегда можете написать нам на почту о своих проблемах. Ну а наша рубрика об иммиграции «Надо валить» собрала сотни тысяч просмотров. Конечно, приятно, что наша работа нашла поддержку у зрителей. Совсем недавно подписчиков бюро уже стало 100 тысяч. Эта цифра продолжает расти. Так что спасибо вам за поддержку. И мы, конечно же, обязательно увидимся вновь.